нас, как угольки, возьму в ладонь хотя бы один просвет. Вот шнуры. Разбирайтесь тут. Быстрее, 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 быстрее. Ну, не вступил так. Ступай по-другому. Да просто я... Что просто? Просто как крышник скочит. Рамазан, 2 недели до концерта. А вы мне можете интервью ему показать? Чего? Где вступать? Ты понимаешь, что это не тот случай. Сейчас вот был, дирижер стоял, оркестр играл, и она могла показывать там что-то. А тебе никто не будет подсказывать. Нет, ну, нет, сейчас я запомню. Василий Ильич, вот это вот, смотри. А можно внутри твои, прямо у меня сиськи, прямо поспокойнее. Еще разочек. Внутри ты опаздываешь. Я-то тебе... Вот смотри, как он сразу считал. Ой, нельзя же мне было вот это вообще ему показывать. Он теперь вот все это и пунктирует. Ты посмотри-ка что. Сотри все со своей головушки. Внутри твои. Да, вот так это же. Еще разочек, Александрович. Поешь, напевай. Чуть я сейчас там туда выбегала, там туда-сюда, сообщение сказать оператору. Ты почему напеваешь-то? Я сейчас не напевал. Ну, сейчас как бы, это, ты начало вообще все напеваючи. Александр, напеваючи? Ну, так, да. Я понимаю, что ты с кожи режу, а... Ты между собойчик какой-то у тебя. Ты сам с собой. Тихо, я с собой пою вам про следы. Ну, а я думал, что наоборот, что... Что? Мы это уже с тобой проходили. Нет. Если ты чувствуешь песню, внутри твоей, ты вот так чувствуешь? Ну, нет. Ты не хочешь нас убить, да? Господи, я про куплеты, я не про припев. Так у тебя нет в куплетах, тоже нет у тебя в куплетах, нет основы, нет опоры, нет звука, нет тембра. Все сыпется, зыбучий песок, понимаешь? Ну и что, что пиано? Мы все равно поем на опоре. Поем сначала. Вообще все, все... Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонкие. Спасибо, Александр Ильич. Все, конечно, все это замечательно все. Ты держишь высокую ноту, вот эту, когда ты ее держишь, в запевах. Она же ползет. Ты слышишь, что она ползет? Нет. А она ползет. Детонация идет, потому что ты не держишь. Это не на опоре. Хорошо, я понял. Все. Вот о чем речь идет. Все ползет. Твои следы. У нас будет это?
Гриша. Твои следы. Твои следы. Вот. Еще раз можно этот шаг? Твои, твои. 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 Твои следы. И пошел, 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 пошел. Вот, вот. Вибрато у нас есть. У нас так тоже там вибрато. Где? Где? Вибрато, вибрато. Поем сначала. Твои следы. Ну это фальшь. Нельзя так петь. Ну нельзя так петь. Александр Валерьевич. Ты специально так поешь, что не хочешь на концерт петь? Я хочу на концерт. Где? Где? Где ты хочешь? Но как я это могу контролировать, если я ему не попадаю? Твои. Как там у вас выступление? Ну слышно же, вы как примените. Да-да-да! Ребяточки, не летите, секунду. Солнышки. Здравствуйте. Да, Женечка. Занесете потом. Сейчас принесу. Все, отлично, спасибо. Я могу дать подсказку. Давайте подсказку, а? Сама речь. Твои следы. Еще разок, спасибо. Где опора на высокой нотке? Где вибрато? Сугробах. Нет, а следы? Твои следы. Где эта нота? Александр, спасибо за подсказку. Твои следы. Не помогла. Да не «два». Высокая позиция, ты «два». Твои, твои, твои следы. Интересно, ты мучишь ее правильно, а потом... Да-да-да, потому что сразу плюс. Так там же поп. Что? Ну там обратно, и потом секс должна быть. С нее же начинаем, вот с этой нотки. Твои следы. Так ты ее не чисто поешь. Сейчас ты спел. И то там не все ноты поют. Твои следы. Ну второй-то нет. Твои следы. Песни все, которые мы пели, ты говоришь, надо мне здесь тихо, надо мне здесь тихо, я здесь так чувствую, я не верю тебе. Понимаешь, я сижу и не... Вы верите ли? Нет. Я не верю. Нет. Вот нас уже двое, понимаешь? И сколько народу еще смотрит. А чтобы не повернуть, нужно просто громче петь? Да не громче! У тебя чувств ноль целых хрен десятых! Потому что я за интонацией слежу. Я тебе говорю, дай мне чувства! Дай мне в первую очередь чувства! Но если я дам чувство, мне интонация поет. Так мы что, мы поем песню или ноты? У нас что, урок сольфеджио, что ли? Мы поем песню. У нас сольфеджио? Так, поем. Так вы же не выпустите меня, если я не буду петь чисто. Подожди! Мне в первую очередь нужно сейчас, дай мне органику, дай мне чувство. Сольфеджио будешь в классе вот там, сольфеджио. Хорошо. И либо в следующий раз мы тогда не слова будем, а принесем ноты и скажем урок сольфеджио. Я обыграю это в следующем концерте. Я скажу, что у нас студенты учатся, есть такое.
Поем. Твои следы в сугробах у реки, как и слюды. Ты забыла звезды в них, все ты говоришь. Нет, я знаю. А в чем дело? Почему так вкрадчиво? И звезды в них дрожались, как угольки. Мы ее сдавать будем, она у нас экзаменационная. Дело-то не в этом. Мы же не только для концерта работаем. Это наша специальность, песни в нашем репертуаре, в программе. Ты не знаешь тему, я понять не, ты же называешься интервалом. У меня здесь секунда, у меня здесь секс, у меня здесь секс, ты все называешь. И что? А почему поешь? Так вы знаете. Чего знаю? Нет, я не знаю. Я до сих пор не знаю. Я не могу. Я считаю, что у меня раскоординация все. Это очень хорошо. У меня в плохом танцоре тоже кое-что мешает. Так ну если я хочу спеть, я слышу, что я хочу спеть, но я не могу. Я что могу поделать? Я не знаю. Ты же иногда же поешь, честно? Если бы ты всегда пил грязь. Так, ну это раскоординация, я вам еще раз повторю. Иногда получается непонятно. Но мы координировались целый год в прошлом. Вы сколько еще будем координироваться? Поем. Давай, собирайся. Ты артист, собирайся. Я бы признал. Твои следы в сугробах у реки, как и слюды, они тонки, чувство морозило, два кружки озера, и звезды в них дрожа светят, как угольки. Слышишь, у тебя идеальный слух. Ты ни одной ошибки не делаешь, когда ты работаешь с ребятами. Ни одной фальшивой ноты. Ты мучишь все правильно. Все интервалы знаешь, ты все ты знаешь. Ты не впет просто в эту песню, понимаешь? Вот сколько ты работаешь над ней? Ты дома работаешь? Нет. Ой, простите. Я в смысле... Я не работаю! О, хорошо! У нас называется раскоординация, подруга наша! Нет, я к ансамблю готовился. Я, кстати, ансамбль стал.
Я поздравляю тебя, что ты сдал ансамбль. Только 5. Да ты что, тебе даже 5 поставили. Ну вообще. Чтобы Ольга Владимировна поставила 5? Да. Ну и ты мне здесь вот с этим самым речем льешь кетчуп, что у тебя раскоординация? Да она бы никогда в жизни тебе не поставила бы 5! Ну я к тому... Чего же она тебе 3-то не поставила? Я не говорю к тому, что у меня полная раскоординация. Я имею в виду, что... Ага. Она у тебя на 3/4. Или на 1. Ну я к тому, что ну не... Рамазан, это остро придурит. Ты не работаешь, ты дома не учил. Не учил! И слов не знаешь! Сейчас пошел на вторую куплет, и все, вытопим взгляд в текст! А что, думал? Это привычка. Какая привычка? Не знаю, смотреть текст. Да у тебя привычка, ты в сердце должен свое смотреть! Ты должен думать, о чем ты поешь! Координация у него. Поем, Александр Ильич, с самого начала. Это сам вот это вот... Наталья Викторовна, я не могу вступить, я не понимаю. Ну вот мы сейчас будем вступать, да что же это такое-то? Хвостик. Поем со словами, как угольки. Что там, под закрытым разом? Что? Что? Вот так вот извлекать. А вот так и надо, ты должен знать. И одна вода. Вот давай одна вода, все сыпется. У нас песок и вода, все сыпется и льется. Поем. И тут в руке одна вода, а следа нет. Ну, я просто не тяну ее эту. Так а почему же мы не тянем-то, а? Ты знаешь, доктор, вот этот, у меня палец болит. Он говорит, парить надо. Наталья Викторовна, я не могу попасть. Я говорю, ноты тяните! Ноты тяните! Поем еще разок. Со словами? И вот в рук. Ну тебе все отвалишь, найдет уже костылей вот так. И вот в руку. И вот в руке... Опять? И вот в руке одна вода, а следа нет. Внутри твоих следов плюс расставания. Спасибо! Это расставание, ты какой-то кошмар? Нет. Я не могу. Какой у тебя голос? Ты понимаешь, тебе Бог дал такой голос. Александр Ильич, какой ему голос дал Бог? Хороший. Фактура, внешность. Ты такой красивый. Голос такой. Девчонки, ты видела. Ты ни хренатски не работаешь. Понимаешь? Ну, я... Я тебе говорю, почему лед вот такой вот. Лед, раз, лед, протяни лед. Тогда у тебя вот это вот не будет, вот то, что ты говоришь. Спой мне. Лед расставания, лед. Почему ты лед куца так поешь? Лед расставания. Сейчас все хорошо было с продлением, но почему ноты не те? Опять клоны. Все уроки клоны. Поем. Лед. Поем. А лед и расставание это одна нота там? Лед, расставание, лед, а, да. Лед и а. Угу. Одна нота. Ну что? У нас что? Мы это, ну что, алгоритм? Лед. Одна нота. Лед, расставание. Абсолютно чисто. Только теперь можно не методично. А вставание туда же возвращаемся на ту же ноту, да? Ну ты посмотри, качок, как это, что же нам это самое? Ну так, ну если я не слышу. Лёд, ра, да все ты слышишь! Лёд, ра, идет выше нота? Да. Лёд, ра, вставай, лёд, ания. Ваня вот это. Лёд и ания, а ва идет ниже. Лёд, ра, вставай, вставания. Лёд, ра, вставай. Внутри. А давайте, может, еще раз? Да, давайте. Оттуда же. Микрофон. Опять хи, да что такое? Саныч, у меня ухо, это, я не слышу, я болею. Он хикает? Он хикает. Да что будешь делать? Хи. Да почему хи-то?
У тебя вообще нет проблем. Понимаешь, хи – это у тех, у которых зажим в голосе. Им еще можно... И вот... Почему она такая высокая-то? Ладно, хикай, уже я согласна. И вот в руке одна вода, а следа нет. Ты ее передержал. Получается, у нас мы в метре, мы как бы, мы в темпоритме, мы что-то как-то мы не делаем. С этим что, тоже что-то вот? Ну, получается так, если я не понимаю. Значит, щеточка ты же не знал. Нет, но если ты марш поешь, внутри твоих, но если это марш, то можно и так. Ну вот мне вот и не нравится, что я вот так вот там. Так не пой так. А как? Ну так у тебя же должно быть распределение динамическое. Внутри твоих следов. У тебя же все время идет динамическая эта волна. Угу. Но ты же пел уже. Что случилось-то? Что, перепели сегодня на концерте? Да. Александр, еще один. Пойдем. И вот в руке одна вода, а следа нет. Внутри твоих следов лед расставания. Но поверни, следы обратно. Да, но мне не нравится, как я не знаю, почему я, как будто я иду за инструментом, жду чего-то, и поэтому я сбиваюсь. А ты почему? Александр, скажите вы ему, что вообще-то концертмейстер самый гениальный все равно пойдет за певцом. Какой бы певец ни был, Александр Валерьевич. Здесь как здесь ровный ритм идет. Я же там ничего не замедляю, не ускоряю. Ты если хочешь там... Ты можешь ферматить, но извините, но это тоже перебор, ты не можешь. Ну вот, Александр Ильич, вот, я пою мне еще разочек. Следов лед расставания.
повторяем, да? Здесь два раза. Вы знаете что? Я 13-го буду вести концерт. Я сама его режиссирую, могу, в принципе, все. Но прямо вот рояль все скажу, что у нас бывает. Хотите посмотреть, как проходят уроки? Мы сейчас вам фрагмент урока покажем. Мастер-класс. Ты будешь петь эту песню? Ну, в плане разучивания. А? Не, ну что за бред? Почему бред? Ну, потому что какой-то бред. А что мы остановились вообще? По структуре, мы повторяем. А, да. А у нас сейчас что? Мы спели... У нас третий куплет есть? Второй только. Ну, два куплета. Подожди, мы два куплета были. Так они уже прошли. Или первый был двойной? А, у нас три куплета. Ну что ты, вот, понимаешь, вот, Александр Борисович, он даже не знает, сколько у нас куплетов. Это мы можем не знать. Три. Ой. Так, сейчас внутри два раза припев поем. Все, поем. И потом два раза, просто один в модуляции. Да, один в модуляции, два раза поем припев. Один в модуляции и уходим через доминанту. Через доминанту, а не через тонику. Хорошо, а если вот первый раз я потяну внутри, а второй раз уже спою? Ой, как чувствуешь. Внутри твоих следов. Ну понимаешь, та-да-та-да-та-да-та-да. Это понимаешь, это как в анекдоте, бабушка. Вы напротив жены Варзана живете? Да-д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 а. Ну что такое-то? Здесь пунктир неуместен. Поем. А с того же самого места два припева, потом третий куплет, который ты знаешь. Потом припев и модуляция. Два раза припев. Два раза припев. И потом куплет. Да, в одной тональности через доминанту. Поем. И вот в руке одна вода, а следа нет. Нельзя анекдот рассказывать. Да все нельзя. Да вообще все, мне надо прекращать все шутки, мне вообще надо все прекращать. Все эти шутки, все эти прибаутки. Здравствуйте. Извините, это вы из 1-28 переехали сюда? Да, все сюда переехали, Галина Сергеевна. А пианино там устроили? А не знаю, наверное. А оно там было? Галина Сергеевна, миленькая, я тебе, знаешь, что при это самое? Мне сегодня только сказали. Я об этом пришла узнать. То есть вам пианино тут не надо, вы будете на этом. Да, да. Все, вопросов нет. Да, да, да. Галина Савельевна, все хорошо, мы здоровы все. Все хорошо. Самое главное. Самое главное. Я тебе осиновой коры принесла. Ага. Чтобы взбодриться до поры. Чай не химия какая, чай природная дары. Там как красиво. Да концерт сюда был. А, я смотрю, прям как тихо. Вот ступень дюрила. А, тихо. Вот я смотрю, вот где собака. Да, но все дело в хвостах. Крылья, ноги. Хвост. Ну ладно, в общем, тут пианино вам не надо, все. Да, вам не надо, у нас тут и так всего хватает. Все? Да? Женя, огромное вам спасибо. Ой, Женечка, огромное спасибо. Я в ту же папку, где идем. Где концерт? Все, хорошо, спасибо. Огромное спасибо. Всего доброго. Всем ребятам прям благодарю вас. До свидания. До свидания. Пойдем. Там нельзя-то нам. Внутри твоих следов. Оп, тоже тянет. Да? Пойдем. И вот в руке одна вода. Не одна вода, снегодель. Неужели не хочется спеть этот чистый кусочек маленький высокой позиции? Не. Поем два. И вот в руке одна вода, а следа нет. Сквозь чуждые следы, сквозь радость.
Ничего ты не помечаешь себе. Ты не работал? Я не работал. Ну так тебе, что ты хочешь?